Всем привет, ассаламу алейкум. Это я, Омар Алибутаев, и мой блог «Омар в большом городе». Сегодня мы пойдем в самое популярное место для москвичей – антикафе. Фишкой является то, что ты платишь только за то, что тупо там находишься. То же самое у меня на юрфаке было, когда в универе учился. Находиться здесь минуту стоит 5 рублей. Да, вы начнете ценить свое время. Получается, Усейн Болт в антикафе пробежит 100-метровку за 1,5 рубля? Ты понял, да, этот прикол? Время – деньги. Не понял, что ли? В антикафе всегда можно бесплатно заказать кофе или чай. А, можно кофе? Американо, капучино, латте, латте макиато, раф какой. А чай можно, да? Можно с жасмином, бергамот, молочный лун, чебрец какой. А это точно родниковое, да? В антикафе бывает бесплатное печенье. Сколько угодно бесплатного печенья. Надеюсь, я уже в ноль вышел. Здесь в антикафе есть одна классная штука. Это игровая станция. Ну, ее ребята еще называют PlayStation. Давайте в футбол поиграем. Я выбираю Анжи. Я тоже за Анжи. О, матч века намечается. Ай, от души сыграли. Ничья 1-1. А зачем свои ворота-то забил? Я просто не хотел, чтобы Анжи проигрывала. Теперь надо будет заплатить за время, которое я здесь провел. А сколько с меня? 300 рублей. О, что-то плохо. Что такое? Что плохо стало. Воды принести. На секунду. Лайфхак для всех. Сейчас я вам покажу, что надо сделать. О. Вот так мы сэкономили 300 рублей. Если вы смотрите это видео в антикафе, то вы потратили примерно 12 рублей. А почем печенье? 300 рублей килограмм. Покупаешь? Я еще в плюсе остался. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Пишите в комментариях, какие места мне еще исследовать в Москве. Специально для вас Омар Алибутаев. Для Москвы и москвичей. Ассаламу алейкум.